Всем привет, меня зовут Оля. Сегодня я решила снять такое незапланированное разговорное видео о том, что сейчас происходит в моей жизни и что же будет дальше. Возможно, уже кто-то знает, что я нахожусь в Мексике уже 2 месяца, и не то чтобы это все было запланировано. Сейчас я кратко расскажу вообще, как это все произошло. Мой изначальный план был такой, что я еду в Мексику на месяц-полтора. Далее я возвращаюсь домой, потому что я не увольнялась с работы, и меня ждут на работе. Ждали меня в середине марта, в начале, в середине марта, где-то так. Но все мы знаем, какие события произошли 24 февраля. Мой билет был на 1 марта, то есть у меня уже был обратный билет на 1 марта. Я не полетела домой. Скажем так, что мой бюджет также был рассчитан на, как сказать, под 1 марта, то есть я уже тратила деньги в конце так, что я лечу домой, что я уже начну заново работать. Ну вот события поменялись, и мне пришлось остаться в Мексике. Тут у меня возник большой вопрос о том, что мне делать, куда мне ехать, а как мне заработать денег. И куча вопросов в голове, плюс очень было сложное моральное состояние, то есть в голове была просто какая-то каша, я не понимала, что это вообще реально, что происходит, как такое возможно, то есть было куча вопросов в голове и совершенно не было никаких ответов. И во время всей этой вот ситуации было сложно как-то продумать план, что же делать дальше. Возможно, я нашла не самый лучший способ справиться со своими эмоциями и чувствами. Я просто общалась с друзьями, проводила с ними время, ходила в какие-то тусовки. То есть я свою голову чем-то заполняла, лишь бы об этом не думать. Но факт остается фактом, это все происходит, и какой-то план нужно все-таки составлять, и нельзя просто так продолжать в таком ритме дальше здесь находиться. Что было дальше? Дальше мы знаем, что заблокировали карты за границей, то есть невозможно воспользоваться MasterCard или визой, если ты за границей. Я успела снять какие-то деньги, но далее карты уже не работают. Также все переводы PayPal и Western Union, они тоже не работают. То есть получить деньги, допустим, от семьи, от друзей в России я уже не могла. И это создало мне проблему. Я попробовала податься на работу. Мне поступило предложение учителя английского языка в английской школе, российская компания. Я прошла интервью, и меня взяли. Но здесь возникла другая проблема в том, что нет возможности получить деньги. Так я уже сказала, что никакие переводы, карты, ничего это не работает. Видео прервалось, оказывается, что вторая половина вообще не снималась, потому что память закончилась на телефоне. Но ничего, продолжим. Касательно работы. В итоге я так и не нашла способа, как можно было бы получать зарплату, находясь за границей. Плюс дополнительные траты — это покупка ноутбука. Поэтому я пока эту идею оставила, пока не найду какого-то способа получения денег с России. Далее, конечно же, я рассматривала волонтерство, но мне его до сих пор не удалось найти по нескольким причинам. Многие проекты просто не отвечают, какие-то проекты отвечают, но там нет сейчас доступа, в плане, там сейчас есть волонтеры, и сейчас им не требуется. Какие-то проекты были просто неинтересные, либо плохие отзывы, но я сейчас до сих пор в поиске, потому что это бы явно мне помогло как-то дольше продержаться здесь и, возможно, обдумать дальнейший план. Дело в том, что я до сих пор не знаю, что меня ждет и куда мне двигаться дальше. Сейчас нет рейсов обратно домой. Возможно, они есть какие-то через открытые страны, но
тоже не факт, потому что рейсы эти тоже отменяют. Хочу ли я домой? Скорее нет, чем да, потому что я совершенно не понимаю, что меня там ждет. И у меня планы были связаны с Европой. И если я вернусь домой, то я не знаю, когда я смогу вообще снова куда-то поехать. Поэтому я рассматриваю сейчас варианты, которые возможны в моей данной ситуации. Если у кого-то из вас, кто смотрит это видео, есть какие-то предложения, то я очень бы была благодарна. И я рассмотрю сейчас все, что угодно, потому что ситуация непростая. И, возможно, это как раз-таки какой-то знак, что сейчас нужно что-то менять. А также из вариантов я рассматривала поехать в другую страну в Латинской Америке. Может быть, какую-то чуть-чуть подешевле. Также рассматривала волонтерство. Изначально у меня была страна Никарагуа, где проживает мой друг сейчас. И там я нашла волонтерство, но билет туда дорогой. Также была страна Эль-Сальвадор. Она не очень безопасная, тоже немного подешевле. Там друг моей подруги живет, который тоже согласился мне помочь. Тоже рассматривала ее. Также рассматривала Европу, у меня до сих пор сейчас есть шенгенская виза, возможно, волонтерство или по какую-то работу. То есть вариантов много, но они такие рискованные достаточно, поэтому я не знаю, как правильно будет поступить в моей ситуации. Я безумно благодарна всем друзьям, которые откликнулись мне на помощь. Прошу прощения, телефон меня сегодня подводит, поэтому мне пришлось снимать чуть позже и включить свет. Поэтому сейчас немножко цветовая гамма другая, но это все не важно. В общем, я бы хотела подойти к концу. И я говорила о том, что я очень благодарна всем своим друзьям, которые мне очень помогли, которые предложили мне различную помощь, вплоть до проживания у них, совета, денег. То есть я прям была удивлена и восхищена, сколько помощи я получила. Даже от людей, которых я только встретила, которые понимают ситуацию и реально пытаются помочь. И, кстати, я не встретила пока что ни одного человека, который бы как-то предвзято ко мне относился, потому что я русская, как-то бы негативно отзывался, еще что-то. То есть такого не было. Были различные мнения, которые, возможно, не совпадали с моим, но какого-то столкновения, конфликта не было. Возможно, я сниму позже видео и расскажу о том, что в итоге я решила, что в итоге происходит, потому что сейчас у меня такое положение, когда я совершенно не знаю, то есть у меня даже нет какой-то примерной идеи, что будет через неделю, через две, поэтому сложно что-либо точно сказать. Но я буду благодарна любым идеям, каким-то предложениям, и буду, скорее всего, сниму видео, расскажу о том, что будет чуть позже. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что у вас все хорошо, и вы справляетесь с этой ситуацией своими любыми удобными способами и сохраняете баланс и спокойствие. Всем спасибо за просмотр, всем пока!